Лучшие фольклорные коллективы выступили сегодня на церемонии закрытия традиционного республиканского фольклорного фестиваля. На мероприятии присутствовал министр культуры Азербайджана Абильфаз Гараев, который отметил, что основной целью проекта является сохранение фольклорных памятников Азербайджана и распространение национальных ценностей среди азербайджанской молодежи. Также министр культуры сообщил, что подобного рода фестивали будут проводиться и в будущем, так как они лучше всего пробуждают национальное самосознание. Напомним, что в фестивале принимало участие более 80 фольклорных коллективов из разных регионов страны. Мы придаем большое значение развитию народного творчества. В Азербайджане очень ценят это направление искусства. Мы очень рады тому, что в стране растет число коллективов, занимающихся народным творчеством. В прошлом году три коллектива, согласно нашему решению, были удостоены звания народного театра. Коллектив артык бизим гераламызнан халк театрын адына лайык görüldü.